Тихонов у мяча. Удар в ближний угол. И вы представляете, как он сейчас, Тихонов, как здорово сыграл. Он увидел, что Березовский неправильно расположился в воротах. То есть и Березовский побежал в ближний угол и поскользнулся. И мяч даже не попал в угол, а просто подкрученный Тихоновым. Здорово забил Тихонов. Увидел. Еще раз смотрим с вами. Посмотрите. Закручивает мяч в ближний угол. Березовский явно занял неправильную позицию и, кстати говоря, неправильно поставил стенку. Стенка должна была стоять еще на 2 метра для того, чтобы перекрыть вот эту зону. Итак, 1-1. Три замены можно проводить в чемпионате России. Ширко. Угаров хорошо сыграл. А вот Титов. Удар и гол. И опять, вы знаете, сейчас поймал Титов на противоходе вратаря Березовского. Увы. Березовский и в этой ситуации не лучшим образом сыграл. Но молодец. Вы знаете, Егор Титов увидел, что вратарь, что угол свободный. Он обводящий удар. Еще раз посмотрим. Вот сейчас судья поднял их руки, что Максим Боков отбил мяч неудачно. И вот дальний угол. И смотрите, неудачно стартует Березовский. Вторая ошибка и второй гол.